В Ивановском художественном музее открылась выставка народного художника России Евгения Грибова. Экспозиция приурочена к 85-летию со дня рождения автора и 80-летию образования Ивановского отделения Союза художников. Работы Евгения Грибова не выставлялись с 2004 года. В экспозиции представлены как законченные живописные полотна, так и графические эскизы, которые им предшествовали. Посетители выставки могут сопоставить уже готовые работы с теми вариантами, которые были написаны автором в поисках единственно верного образа. Экспозиция носит название «Неизвестный Грибов». Многие графические зарисовки ивановцы увидят впервые. Выставка получилась немножко камерная, но, мне кажется, достаточно такая красноречивая. По крайней мере, важно, чтобы люди помнили наследие Ивановской художественной школы и Грибов, который, в общем, один из ярчайших его представителей.